Сотрудника УСТЭК Челябинска сбил на рабочем месте начальник. Об этом пишет издание «Знак.ком». Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Леонид работал слесарем по обслуживанию тепловых сетей. В один из дней мужчина, как всегда, был на объекте вместе с напарниками и бригадиром. В обед руководитель ушел, оставив работников одних. Вечером приехал начальник эксплуатационного участка и сказал, что те будут работать до ночи. Я также перезвонил, уведомил, что первая труба откачана. В ответ стал раздражением на повышенных тонах со мной разговаривать. Я ему сделал замечание, со мной не надо разговаривать в таком тоне. И я с вами разговариваю уважительно, но вы. Ответ выразился нецензурно в мой адрес. После этого разговора начальник приехал только вот не один, а с четырьмя неизвестными и начал разборки с Леонидом. Я находился один наверху, когда ко мне подошел начальник, стал меня толкать, пытаясь пнуть ногой, руками ударить меня по лицу. Я пытался его остановить. Но в этот момент четыре мужчины, которые я не знаю, вооружившись у нас из машины рабочей прутьями, молотками, гаечными ключами, оттащили меня, начальника, и стали избивать металлическими предметами по всему телу. Коллеги вызвали Леониду скорую. В итоге мужчина попал в травматологическое отделение УКБ номер 3. Сейчас он находится на лечении. Конфликт, случившийся между сотрудниками, недопустим для нашей компании. Мы проводим проверку, чтобы выяснить причины инцидента. И делаем все возможное, чтобы разобраться в случившемся и не допустить повторения ситуации. В больнице Леонид уже написал заявление в полицию, а затем в отдел по охране труда на работу. И вот свою проверку начали правоохранители и сама компания.